В регионе сейчас выясняют, почему о вчерашнем урагане не были оповещены все горожане. Представители комитета по ЧС заявили, что предупреждали о надвигающемся урагане. Информация о сильном ветре, по их словам, была опубликована на официальном сайте. А в том, что жители не получили СМС, местные спасатели обвиняют службы Казгидромета. Тем временем в регионе создана комиссия по подсчету ущерба от ураганного ветра. И сегодня в Восточно-Казахстанской области синоптики вновь объявили штормовое предупреждение. По данным метеорологов, 19 июля местами ожидается гроза, возможен град с усилением ветра и порывами до 25 метров в секунду. СМСки о предстоящей непогоде сегодня получили уже все жители Усть-Каменогорска. От местного филиала, восточно-казахстанского филиала Казгидромет, в комитет, в департамент по ЧС Восточно-Казахстанской области поступало сообщение о том, что 17 числа ожидается гроза, дождь и усиление ветра до 20 метров в секунду. Об этой информации жители Восточно-Казахстанской области были оповещены посредством сайта департамента по ЧС Восточно-Казахстанской области, ну и специального мобильного приложения, которое там используется.